Упитанные, большие, красивые коты. Первый – кот «Тройка». Назвали его так, потому что нашли у одноименного магазина на Садовой. «Тройка» не был в плачевном состоянии. Скорее всего, кота там подкармливали. В мурдоме хвостатый набрал еще несколько килограммов. «Тройка» очень тянется к людям, любит ласку и внимание. Котик ласковый, контактный, сразу пошел в руки. Здесь мы его обработали от паразитов, вакцинировали, кастрировали. Прошел небольшое лечение. Незначительное, и сейчас котик полностью готов обрести своего человека. Котик очень ласковый, любит покушать, любит поспать. Кот Мочка получил такую кличку из-за того, что в первое время у него брали из ушка кровь на сахар. Сейчас Мочка – один из выразительных и заметных котов приюта. Но попал он в руки волонтеров в очень истощенном и стрессовом состоянии. Он жил в ужасных условиях. Я точно не помню, но, скорее всего, это дом Носилкина. Мы оттуда уже спасали нескольких животных. Гром у нас был оттуда, Вика. Вот, там живет психически нездоровый человек, и, соответственно, мы забирали всех кошек, но он насобирал новых. И Мочка, насколько я помню, оттуда. Мочка долгое время голодал, и до сих пор он набрасывается на еду и съедает все, что ему кладут в миску. Поэтому котика нужно ограничивать в питании. Несмотря на то, что Мочка жил в плохих условиях, он любит людей, внимание и заботу. Кот полностью здоров и готов обрести дом. Тройка и Мочка у нас одни из самых чистоплотных котиков. Ходят только в лоточек и ничего не разбрасывают. Просто вот у них клетки всегда практически в идеальной чистоте. Один из этих пушистых пухляшей приюта Мурдом может стать вашим другом и членом семьи. Чтобы выбрать и забрать котика и задать интересующие вопросы, звоните по телефону 8-908-762-09-51. Светлана Ярунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.